Здравствуйте, уважаемые садоводолюбители! Мы в нашем тепличном хозяйстве. Даже трудно поверить, что ровно месяц тому назад мы здесь смотрели рассаду. Маленькую рассаду, которую еще готовили к высадке. И обратите внимание, какой урожай, какое количество огурцов висит. Так хочется их попробовать. С нами будет главный агроном нашего тепличного хозяйства Елена Викторовна. Елена Викторовна, расскажите, как вам удается вырастить такие огурцы, что у меня вообще, ну я не знаю, как выразиться, такие здоровые, ни одного больного листика, ни одного вредителя нет. Это ведь мы с вами в дальнейшем будем есть вот эти экологические чистые огурцы. А как это вырастить? Нам поможет Елена Викторовна. Расскажите, Елена Викторовна, как вам это удается? Здравствуйте, дорогие садоводы и огородники. Да. Что я могу сказать? Это просто своевременный уход. Уход, питание, полив. Все вовремя, все как какой надо. Какой уход? Какой уход? Это же не просто. Должный, да. Основное, вот вы скажите, основное, что, чтобы вот я вела вот последнюю субботу-воскресенье про огурцы лекции, и основной вопрос мне задавали. Никак наши огородники не могут понять, как формировать растения. Елена Викторовна, вот на своих огурцах расскажите, пожалуйста, как их правильно сформировать и получить вот такой высокий урожай. Ну, формирование огурцов вообще как бы для чего делается? Для того, чтобы нарастить корневую систему, которая будет в дальнейшем питать наши огурчики, все наши плоды. Поэтому она должна быть адекватной, как говорится, равна вегетативной массе нашей. Поэтому как бы для этого и делается формирование растений, и удаляются в пазухах листа прищипка. Огурец и прищипка. У нас это производится, конечно, по технологической карте, это где-то примерно 8-9 колен, но только потому, что у нас это зима, недостаток света, поэтому как бы ранняя высадка. Те, кто садит уже как бы весной в тепличке. Елена Викторовна, я вас чуточку перебью. Вот что значит, вот вы прищипываете, вот у нас колено, вот покажите, где у нас колено. Вот колено. Вот колено. И что вы здесь прищипываете? Вот. Здесь удаляется огурчик, удаляется и побег. И? Побег. И побег. И плеть, которая в дальнейшем может идти. Да, да. Мы удаляем, сколько все примерно считаем снизу? Ну, у нас 8-9. Значит, потом у вас, когда это будет? Летом. Летом, да. Достаточно где-то 5. 5 коленочек. А что говорится. Будет, вот, допустим, так жалко огурчик убрать? А что значит? Ну, вы получите этот огурчик, а дальше зависть-то засохнет вот здесь вот по стеблю. Вот и все. Как, пока будет наливаться этот один огурец, который там внизу висит, остальные не хватит силы роста для следующих огурцов, и они просто засохнут. Могут засохнуть, если будет слабая корневая система. Мы просто потеряем урожай. Конечно. Но зато съедим один первый огурчик, который нам так хочется употребить в пищу. Поэтому я повторяю, мне так нравится, что Елена Викторовна подтверждает, что обязательно убирайте все нижние огурцы в узлах. Но тепличное хозяйство уже вам объяснили, что здесь все-таки сейчас и темно, и зима, и слабая корневая система, наверное. Поэтому они обрывают до 8 колен или там даже больше. А нам с вами достаточно 5. И только в том случае, Елена Викторовна, если вырастили хорошую рассаду, да. Если большой хороший огурец, а уж если огурцы слабые, то там тоже приходится тоже 80 больше, да, колена. Елена Викторовна, еще один вопрос. Вот я смотрю на листья, но вы знаете, вот по листьям мы всегда судим, насколько хватает питательных веществ растениям. Но вот здесь вот, ну нет ни одного листка, которого бы я сказала, не хватало. Не хватает чего-то. Вот скажите, как вам это удается? Ну, дело в том, что у нас же полив капельный. Естественно, все питательные вещества вносятся через полив, сбалансированно. Анализ делает агрохимик, и, естественно, выдает результаты, по которому мы делаем подкормки.
У вас надо использовать удобрение, которое комплексное, в котором все удобрения уже готовы к потреблению. Но мы стараемся, конечно, выращивать огурцы в органике. Они там все-таки мы считаем более вкусные. Но когда не хватает питательных веществ, нам Елена Викторовна сейчас расскажет, как можно по внешнему виду определить, что чего-то не хватает. Ну, допустим, могу такой пример. Значит, если есть каемочка по листу, вот, это значит, что это недостаток калия. Если, значит, лист светло-зеленый, то это недостаток азота. А если сеточка будет, такая сеточка, как бы видно ее, это недостаток магния. А если растение может завершковаться, это недостаток кальция. Вот такие основные элементы питания. Я думаю, что наши садоводы поняли. Но ведь еще, Елена Викторовна, и по плодам мы можем судить, если чего-то не хватает. Да, тоже. Ведь иногда плод бывает нестандартный. Здесь, да, вот здесь какие вот такие ровненькие. Стандартные плоды. А бывают они такие восьмерочкой, тоже перетяжечкой, это тоже недостаток калия. То есть это когда несбалансированно идет поступление азота с калием, оно должно быть соотношение 1:2. Один азота, 2 калия. Это вот как бы стандартная формула. Летом она может быть 1:1. Вот, поэтому как бы вот сейчас здесь все в норме, и огурцы нормальные. Вот, вот, то есть огурцы можно определить, даже по плодам определить, чего не хватает. Грушевидные будут огурчики, нехватка у нас калия. Да. Ниже суженная, нехватка у нас азота. Елена Викторовна, еще такой вопрос. Вот я обратила внимание, что вы ведь рассаду выращивали в этих кубиках. Да. Что находится в кубиках? Минвата. Минеральная вата находится, но вы ведь кубики, не вытаскивая оттуда рассаду, я правильно говорю? Все правильно. Прям про, поставили, да, на поставили, что? Поставили на мат, тоже минеральный мат. Тоже, и когда подкармливаете? Через капельницу. Через капельницу корни идут внутрь минеральной ваты. То есть вот этого горшочка, ведь садоводы-любители тоже могут поставить горшочек. Ну, теоретически, да, могут с горшочком поставить. Ведь какой плюс, вот вы объясните, почему все-таки вы не закапываете внутрь, а ставите сверху? Единственное, смотрите, Елена Сергеевна, здесь же у нас полив через капельницу, а у них-то полив будет со шланга, они будут поливать, они размоют этот кубик. Ну, они со шланга мы не поливаем, горшок. Мы поливаем аккуратненько леечкой. Ну, дай бог, даже с леечки все равно напор воды, он может размыть корневую систему, которая в горшке. Поэтому лучше все-таки посадить в грунт, я так лучше считаю. Лучше посадить, конечно, в грунт, потому это, что... Если капельница, она же, видите, капает и не размывает ничего. И потом не пересыхает. Да, да, а да, у нас да. придется да, все-таки лучше чаще в грунт. Пересыхать. Елена Викторовна, но ведь еще один вопрос. Ведь настолько огурцы всегда болеют. Зима, кажется, ну такие условия тяжелые, а огурцы здоровые. Вот как вы добиваетесь того, чтобы растения были такие здоровые? Профилактика. Вот какая профилактика? Значит, во-первых, надо, чтобы был грунт чистый. Естественно, у нас минвата, мы ее берем как бы от завода-производителя, она там ничего себе не содержит. Соблюдаем гигиенические условия в рассадной теплице. Но все равно мы вносим туда, значит, триходермин, который готовит нам наш субстрат для того, чтобы там была полезная микрофлора, которая будет поддерживать состояние растения в норме. Вот я хочу подчеркнуть, я абсолютно всегда говорю, но наше тепличное хозяйство, у них своя лаборатория, они делают триходерму для себя. Когда-то мы даже пользовались, нам разрешали садоводам-любителям покупать у вас эту триходерму. Сейчас мы берем трихоцин. И вот чтобы не было грибных болезней, чтобы не было корневых гнилей, пользуйтесь трихоцином. Выращивайте рассаду. Кладите в каждый горшочек по одной таблеточке глиокладина. В дальнейшем огурцы у вас не будут болеть никакими корневыми гнилями.
Елена Викторовна, что значит корневая гниль? Вот скажите, насколько это опасно для огурцов? Ну, корневая гниль – это выпад растения, это все. Все, это растение? Это конец растения, это погибло. Конец. Как мы можем определить, что растение заболело корневыми гнилями? Ну, здесь сразу может быть увядание в дневное время. Первое. Да. В дальнейшем смотреть прикорневую зону. Вот. Кроме увядания может засыхать и зависть по стеблю. Ну, то есть, как бы здесь несколько факторов. И бороться с корневыми гнилями вообще невозможно. Да. Лучше их что сделать? Предотвратить. Поэтому я напоминаю. Трихоцин, гликолидин. Но, а бывает так, что грибные болезни и на растениях. Бывает такое? Конечно. Лучше всего это биологические средства, аллерин, гомоир. Вовремя обработайте, сделайте профилактику, тогда грибных болезней не будет. Но самое главное, Елена Викторовна, это что, чтобы не пользоваться чем в наших теплицах? Ядохимикатами. Ядохимикатами. Нам так хочется иметь экологически чистые огурчики. Да. А я вам скажу как. Да в тепличном хозяйстве еще чище огурцы, потому что они очень редко пользуются ядохимикатами. А наши садоводы-любители часто пользуются неизвестно чем и больше себя травят, чем наше тепличное хозяйство. Я правильно говорю? Ну, Лиза? Конечно. Дело в том, что у нас каждый квартал центр гигиены проводит анализы на нитраты, пестициды, поэтому как бы нам совсем невыгодно себя подставлять. Даже я знаю, что насколько сложно. Вот огурчики, это когда определяют на нитраты и нитриты. Да. Тоже ведь у вас определяют? Конечно, или уже не определяют? Конечно, нет. Тоже делаем, определяют. Да. А у нас ведь на дачах как? Льют, считают, что, допустим, если настоять навоз, ну и что, это же органическое земледение. А ведь огурцам совершенно безразлично, откуда брать азот. Или из навоза. Или из удобрения, это один и тот же навоз, азот, извиняюсь. Поэтому что? Лишний азот, лишнее что? Не нужен. Не нужен совершенно. Во-первых, и растения, посмотрите, листья какие, ничего не жируют. Все нормальное. Как хочется говорить про огурцы очень много, но передача маленькая. Поэтому мы старались, Елена Викторовна, сделать и рассказать самое главное. Но я должна сказать, сейчас появились на полках огурцы нашего тепличного хозяйства. Нам откуда-то привозят издалека, я не знаю откуда. Но, Елена Викторовна, мы всегда стараемся зимой, когда нет овощей, употреблять в пищу именно огурцы нашего тепличного хозяйства. Специально спасибо вам за то, что вы выращиваете, что вы стараетесь. Это очень тяжелый труд вырастить. Зимой, да еще такой урожай. Ну, не зря она считается почти деликатесной. Почти, почти деликатесной. Спасибо большое, Елена Викторовна, за ваш рассказ, за помощь для наших садоводов-любителей. А все передачи, у кого, допустим, нет Актиса, могут смотреть и на Ютубе. Передача выходит 2 раза в месяц новой. Смотрите. До свидания, уважаемые садоводы-любители. До новых встреч на передаче «Академия на грядках». А вот следующую передачу, Елена Викторовна, мы с вами обязательно покажем ваши помидоры. Уже скоро начнутся и помидоры. До свидания. До свидания.